Всем привет! Меня зовут Светлана, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами сделаем 4 расклада на 4 картах Таро, на 4 колодах. Расклады наши будут о наших соперницах и о нас. То есть, девушки, вы загадываете вашу соперницу и себя. И мы посмотрим, каковы же сильные стороны у вас, каковы же сильные стороны у вашей соперницы, каковы же слабые стороны у вас и каковы же слабые стороны у соперницы. Итак, 4 колоды карт, 4 варианта. Вы сейчас загадайте, с какой колодой карт вы будете загадывать и с какой колодой карт я буду работать. Я надеюсь, вы сделали свой выбор. 3 колоды мы пока что убираем. И все те, кто загадал на первую колоду, мы посмотрим сейчас, каковы же у вас сильные стороны. Как карты вылетают, просто выскакивают. Это, наверное, вы очень нетерпеливый человек, торопливый. Все выскочило прям мгновенно. Итак, каковы же ваши сильные качества? Так, хорошая карта. Каковы же сильные качества у вашей соперницы? Каковы же слабые качества у вас? И каковы же слабые качества у вашей соперницы? Итак, начнем расшифровывать. Смотрите. Сильные качества у вас – это 6 жезлов. Вы, по сути своей, победитель, просто победитель по жизни. Вы привыкли побеждать, вы привыкли также и делиться своими победами. Эта карта может обозначать как и милосердие, и помощь. То есть вы вот такой вот человек большой души, большого сердца. То, что вы побеждаете или зарабатываете, вы всегда делитесь с окружающими. Ну, вот это ваш большой-большой плюс, это положительная ваша черта. Давайте посмотрим, какие же положительные черты, в чем выигрывает ваша соперница. Ваша соперница, 7 у нас чаш, 7 кубков. Ну что же, по этой карте можно сказать, что она, эта карта обозначает иллюзии. Ваша соперница очень умеет врать. И говорить какие-то такие вещи, вот врет, вот и глазом не моргнет. Может заговорить, затурить так мозги, что человек не поймет. Вот просто ложь от правды никак не различит. Ну, какая-то лживая у вас соперница, и вот в этом у нее выигрышная часть. Давайте посмотрим сейчас, какие же у вас минусы. Минусы – это 8 кубков. 8 кубков говорит о том, что вы человек очень эмоциональный, ну и судя по этой карте, и в общем-то и здесь видно, что вы очень эмоциональный человек. И вы можете вот в пылу какого-то раздора или в каких-то неприятных ситуациях, может быть, небольшая ссора произошла между вами, вы можете вот просто повернуться, хлопнуть дверь и уйти, или наоборот послать нафиг и сказать: иди на все 4 стороны, все, знать тебя не желаю, вот все быстро, вот на эмоциях сказать, не подумавши, понимаете? Порой бывают какие-то моменты, когда надо просто язык прикусить, промолчать в какой-то момент, и все наладится, все разрешится ситуация. Вы вот на эмоциях можете спонтанно или соскочить самой, убежать, или же можете выгнать человека. Ну вот это минус, у вас большой минус. Какой же минус у вашей соперницы? 7 пентаклей. 7 пентаклей, мы видим, здесь человек сидит такой, вроде бы и денежки есть, и он такой угрюмый, он недоволен тем, что имеет. То есть вот есть у него, но он недоволен. То есть у вашей соперницы огромный минус в том, что она неблагодарно относится к тем дарам, которые ей даны свыше. То есть вот есть у нее
одежда, кровь, есть у нее денежки, а ей все мало, ей хочется еще большего, большего. Но вот какая-то коварная вот женщина здесь получается, просто соперница у вас коварная. Вы, в принципе, хороший человек, радушный, с большим сердцем, но ваш минус, что вот эти эмоции, вы не можете сдерживать эмоции. А соперница плюс, что все-таки она так может задурить голову, что и человек не поймет, что правда, что ложь, и может ей поверить на 100%. Но ей все мало, мало, мало. Она в этом плане неблагодарный человек. Вот такой вот расклад был для первой колоды карт. И сейчас мы смотрим, кто загадал вторую колоду карт. Какие же плюсы, достоинства у вас, дорогие мои девушки, подписчицы? Сейчас посмотрим, какие же достоинства есть у вашей соперницы. Теперь посмотрим недостатки. Какие недостатки есть у вас? И посмотрим, какие недостатки есть у вашей соперницы. Итак, давайте посмотрим. Восьмерка мечей. Восьмерка мечей, эта карта говорит о том, что у вас достоинство есть в том смысле, что вы, в общем-то, предсказуемы, абсолютно предсказуемы. Если вам плохо, вы видите, здесь женщина стоит, она плачет, горюет. То есть, если вам плохо, вы не таите свои чувства, вы, в общем-то, плачете или говорите открыто об этом, никогда не юлите, не прячете вот эти все чувства, где-то там по зауголкам не рыдаете. То есть, вы открыты этому миру, то есть, все, что у вас на душе, говорите. Если вам хорошо, вы говорите, если вам плохо, вы тоже говорите. То есть вот эта открытость для людей, открытость для всего мира, открытость всему пространству, это плюс для вас. Давайте посмотрим, что же, какой плюс у вашей соперницы. Это старший аркан выпал, справедливость. Ну что ж, ваша соперница очень сдержанная женщина, она действует по справедливости, очень такая, всегда все взвешивает, прежде чем что-то сказать или что-то сделать. Вот если вы не сдержанно что-то себя ведете и все эмоции выплескиваете, но это тоже, кстати, как ваш плюс, то она, в общем-то, взвешивает все, что сказать, как сказать, кому сказать, что сделать, как сделать. Вот она такая вот продуманная, продуманная очень девушка. Что же, какие недостатки в вашей личности есть? Смотрите, шестерка жезлов, это у нас письмо, смс-ки какие-то, сообщения. Ну, это говорит о том, милые мои девушки, что вы, если это недостаток, что вы часто обмениваетесь информацией. Ну, вот если вы, в общем-то, человек открытый, никогда не скрываете своих эмоций, минус ваш в том, что вы много всем всего рассказываете, рассказываете какую-то информацию, всем делитесь своими секретами, какими-то вещами. Вот этого делать нельзя. Надо все-таки, счастье любит тишину, миллион раз вам это говорю. И вообще какие-то дела, если вы решаете, лучше промолчать, не досказать, подумать, прежде чем что-то сказать или смс-ку написать в соцсетях, потому что ее могут кроме вас еще кто-то прочитать. Вот это вот недостаток ваш. Сейчас посмотрим недостаток у вашей соперницы. Смотрите, четверка пентаклей, это рог изобилия. Ну, вот говорит о том, что, скорее всего, если это ее недостаток, ну, может быть, то, что она многим всем все раздает. Это говорит о ее недостатке. То есть человек, ну, слишком транжирит, все отдает. Хотя, в принципе, эта карта хорошая, пентакли. Ну, давайте дополнительную мы посмотрим. Еще карту все-таки вытащим, потому что это хорошее, это нельзя отнести к недостатку.
Ну вот тоже старший аркан звезды, это расчетливость, говорится. Ну вот, понятно, теперь понятно уже становится карта изобилия и карта расчетливости. То есть человек, если вам что-то дает или кому-то она раздает, она, в общем-то, как-то щедро все раздает, то делает она это не бескорыстно. Человек все рассчитывает, продумывает, и все, что она дает, это не бескорыстно. Она обязательно потребует возврат чего-то другого. Она скажет, а помнишь, я для тебя это делала? Помнишь, я то делала? Вот, ну, не бескорыстная девушка. И вот эта карта говорит справедливость, что она взвешенно ко всему подходит. Ну, то есть она все рассчитывает, все смотрит, чтобы все было по полочкам. Ну, такая сильная личность, я скажу. Вот чем вы отличаетесь? Вы очень эмоциональный человек, и вот порой говорите, что не попадя, не нужно говорить. А она, в общем-то, в этом отношении наоборот, в противовес вас, она такая уравновешенная, степенная, продуманная дамочка. Ну, в принципе, тоже неплохая карта. Вот такой вот был расклад для второй колоды. И сейчас мы с вами сделаем третий расклад на третьей колоде. Кто загадал третью колоду? Давайте посмотрим ваши плюсы. Какие у вас плюсы? Ваши достоинства. Так. И посмотрим сейчас вашей соперницы, какие же у нее плюсы? Теперь мы посмотрим, какие недостатки, какие минусы у вас. И какие минусы у вашей соперницы. Итак, какие же плюсы у вас, дорогие мои девушки? Рыцарь мечей. Ну, эта карта говорит о том, что вы такой человек решительный, стремительный, молниеносный. Вы быстро принимаете какие-то решения, вы быстро какие-то делаете дела. Вот бывают люди нерасторопные, а вы очень сообразительные, очень вот быстрые, быстрая карта, быстрое принятие решений. Какие же достоинства у вашей соперницы? Восьмерка мечей. Но это говорит о том, что ваша соперница, если мы говорим сейчас о ее достоинствах, она может вовремя сделать вид, что она ничего не видит, ничего не слышит, она не вмешивается ни в какие ситуации. То есть, вот понимаете, она не лезет никуда, не сует свой нос ни в чужие дела, ни в какие дела. И, в общем-то, она всегда остается где-то на обочине, она не в гуще событий, не в гуще, она, то есть, не вмешивается никуда. Это ее большой-большой плюс. Итак, смотрим теперь, какие недостатки у вас. Карта маг. Ну, здесь можно сказать о чем? Что вы, возможно, в любой сфере, знаете, вот умеете делать все. Вот вы мастер на все руки. И борщ вкусно готовите, и шьете, и вышиваете, и любить страстно умеете, и ну все умеете делать. Но вот как ни странно, эта карта выпала для вашего недостатка. Возможно, вот все это распыляться не стоит. Может быть, стоит как-то направить свои умения в одно какое-то русло, а не распыляться вот по всем, скажем, не знаю, полочкам, что ли, или по всем делам, или как сказать. Ну, я надеюсь, вы меня поняли, да? Теперь смотрим, что у вашей соперницы. У вашей соперницы слабое место. Это туз мечей. Туз мечей, ну, я скажу, что во-первых, вот смотрите, туз мечей, здесь везде мечи, да, вот и в вашей стороне у нее мечи, вот какие-то
знаете, она человек непростой, очень непростой. Мечи – это логика. У нее очень хорошо развита именно вот мысль, слово «мысли». Она на чувства особенно не смотрит, а смотрит, она логически хорошо подкованный человек, умный. У нее такой вот, знаете, высокий менталитет у этого, у вашей соперницы. И, но минус ее в том, что она любит всегда выигрывать. Она никогда не потерпит поражения. Она не умеет проигрывать. Но это слабость человека. Это действительно, люди слабые бывают именно тогда, когда не умеют понимать и принимать свой проигрыш. А если уже проиграл человек, нужно просто отойти в сторону и все. А она этого делать не умеет. Это большой-большой минус. Я надеюсь, вам понравился третий расклад. И сейчас мы с вами будем делать на четвертую колоду карт расклады. И посмотрим, вытащим первую карту, какие же у вас достоинства, милые мои девушки. Так, теперь посмотрим, какие достоинства у вашей соперницы. Теперь мы посмотрим ваши недостатки. В чем вы проигрываете вашей сопернице? И посмотрим сейчас, какие же недостатки, или вернее будет сказать, в чем проигрывает вам ваша соперница. Итак. Ваши достоинства – это четверка мечей. Четверка мечей говорит о том, что вы можете вовремя почувствовать, когда вы перенапряжены, и, в общем-то, уйти спокойно на отдых. Вы можете благополучно пойти отдохнуть, не привлекая к этому людей каких-то. То есть, если ситуация развивается таким образом, что, вот понимаете, накаленная обстановка, вы можете выбрать два пути. Или пойти дальше работать, но уже свое здоровье гробить, всю моральную, эмоциональную сферу своей жизни. Или можете пойти просто отдохнуть и плюнуть на эти дела уже, а здоровье дороже. Так вот, вы выберете второе, вы выберете все-таки свое здоровье, и эмоциональный план, физический, физиологический, психоэмоциональный план. То есть в этом ваш огромный плюс. И правильно, дорогие мои женщины, это самое главное, что мы должны делать. Мы должны любить себя и следить за своим здоровьем и за своей внешностью. А работа, как говорится, не волк, в лес не убежит. Это, я считаю, что хорошее действительно в вас качество. Какая же положительная черта есть у вашей соперницы? Смотрите, это нулевой аркан. Это аркан называется дурак. То есть человек такой, знаете, в общем-то, может запросто вот среди ночи поднимут человека и скажут: поехали вот туда, поехали на море, поехали гулять под луной там, или в кафе мороженое, или просто погулять. Но она встанет спокойно, пойдет, вот знаете, такое вот, она не будет думать, раздумывать, она соберется быстро и поедет, и пойдет, и помчится, куда ее только не позовут, или сделает какие-то шаги решительные. Вот, понимаете, это карта. Она говорит о том, еще может говорить, что человек легко расстается с прошлым, понимаете? Она не тащит вот этот груз прожитых проблем, каких-то эмоций, не берет его в сегодняшний день, вчерашний день. Она все оставляет, все легко, очень легко и спокойно все оставила и повернулась и пошла. То есть вот эта карта очень хорошая. Тем более это старший аркан, это значит личность, она очень сильная. Смотрите, а здесь много старших арканов. И здесь старшие арканы, и здесь. Значит, какая у вас
черта есть, которая проигрывает вашей сопернице. Смотрите, это 13-й аркан у нас, смерть. То есть эта карта говорит о том, что вы можете легко начинать свою жизнь, понимаете, заканчивать один этап, начинать следующий этап, заканчивать что-то и начинать следующее. Не путайте с картой обнуления, это совершенно другое. Это такая бесшабашность, это такая легкость в поступках. Это вот, знаете, вот такое. А карта все-таки 13-й аркан, она более тяжелая, более такая сложная карта, которая говорит о том, что именно вот заканчивается один этап, начинается новый, но это ваш минус. Возможно, вы очень часто меняли свою жизнь, заканчивали что-то и начинали другое, так нельзя. Если вы что-то начали, надо его довести до конца, до логического, а потом браться за что-то другое. А у вас так, вот вы взяли, могли там что-то, незаконченные дела опять бросили, следующее начали, вот это делать нельзя. Какая отрицательная черта в той, которая проигрывает вас соперница? Это у нас 7-й аркан, аркан колесница. Но это говорит о том, что эта барышня любит повеселиться, любит путешествия. Она, не задумываясь, просто может сесть и улететь куда-то, и убежать, и также сесть на машину, уехать. То есть вот она такая... Она легкий человек вот на подъем, в принципе. С одной стороны, это, конечно, большой плюс, что она легка на подъем. Но эта карта говорит о том, что вот эти путешествия, командировки, может быть, дальние на какие-то расстояния, это говорит о том, что она проигрывает вам. Также эта карта может говорить о машине. Возможно, у нее, если есть машина, то постоянные вечные проблемы с машиной. И вот она хочет навязать, может быть, кому-то свои проблемы со своей машиной, чтобы решал кто-то, понимаете? Это тоже возможно как один из вариантов этой карты. Я думаю, что вам понравилось сегодняшнее гадание. Обязательно пишите мне в комментариях, понравилось или нет, что бы вы хотели, какие бы расклады, чтобы я сделала, пишите. Обязательно я исполню все ваши просьбы. Я вас всех очень люблю. Благодарна вам за подписки, благодарна вам за чудесные комментарии, за пожелания. Со своей стороны я вам желаю вот самое-самое, что ни на есть, ваши сокровенные желания и мечты. Пусть они сбудутся, пусть рядом с вами будет всегда человек, с которым можно пообщаться спокойно, на которого можно положиться, кому можно открыть свою душу и излить все. Я хочу пожелать вам здоровых, счастливых детей, чтобы родители жили ваши долго и счастливо. Хочу пожелать вам материального блага, и чтобы у вас никогда не было ни соперников, ни соперниц, чтобы у вас была жизнь гладкая и светлая, и здоровья, счастья и всего самого наилучшего в мире.